решила сделать для вас обзор на самые популярные диеты и разобрать их преимущества и недостатки. Верю, что это будет для вас интересно. А также верю, что после каждого видео вы будете все меньше обращать внимание на новомодные диеты и все больше понимать важность полноценного питания, особенно если ваша цель похудеть. Уже более 7000 выпускников на моих проектах убедились на собственном результате, что наилучший результат снизить вес – это все-таки сбалансированный рацион, режим питания и сытное вкусное меню. И если вам нужна помощь в снижении веса, и вы готовы работать над этим, напишите мне в WhatsApp по номеру, указанному в описании под этим видео. А сегодня мы говорим про мою любимую гречневую диету. Гречневая диета – один из самых надежных способов быстро похудеть, сбросить лишний вес, не испытывая постоянного чувства голода. Хотя диета достаточно суровая и предполагает значительное ограничение в рационе. Но эти усилия будут оправданы обретением стройной фигуры за считанные дни. Так пишет множество сайтов. Но не стоит спешить в гипермаркет за гречкой и кефиром. При этом стоит четко понимать, что любые монодиеты, к числу которых относится гречневая, вызывают дефицит многих полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Как ясно из названия, основным компонентом диеты будет гречневая крупа. Более того, это практически единственный продукт, который можно употреблять во время диеты. Таким образом, если вы являетесь ярым ненавистником гречневой каши, лучше сразу откажитесь от этой затеи. Гречневая диета рассчитана на 1-2 недели, и за это время, в зависимости от особенностей организма, вам обещают, что вы потеряете от 5 до 10 кг. Но это будут не 10 кг желанного жира. Жира уйдет всего пару килограмм. А остальная потеря веса произойдет за счет воды и мышц. Это чревато тем, что пострадают суставы, которые останутся без поддержки мышц, и ваше самочувствие явно ухудшится. Самое главное правило – нельзя добавлять в кашу масло, соль и какие-либо другие приправы и специи. Помимо гречневой каши в течение дня можно употреблять обезжиренный кефир, но не более 1 литра в сутки. Вот еще один минус – полное исключение жиров. А чем чревато исключение жиров, вы можете посмотреть вот в этом видео. Теперь о достоинствах диеты. Одно из важных достоинств диеты заключается в том, что вы можете не ограничивать себя в количестве потребляемой пищи. Есть можно сколько угодно раз в день, поэтому во время диеты вас не будет преследовать постоянное чувство голода. Кроме того, употребление гречневой крупы благотворно скажется не только на похудении, но и на состоянии кожи. Еще один очевидный плюс диеты – это быстрое снижение веса. Поэтому, если нужно прийти в форму к началу отпуска, данная диета – идеальный вариант. Гречневая диета – эффективный метод детокса организма. И достаточно 1 недели соблюдения этой монодиеты, как организм сразу почувствует легкость и прилив сил. Так пишет интернет, но по факту все по-другому. Вы не съедите гречки много и все равно будете испытывать ужасный голод. На состоянии кожи это скажется негативно, даже потому что недостаток белка в рационе приведет к дряблости кожи. И такой скудный рацион приведет к тусклости и увяданию. Быстрое снижение веса – это не преимущество, так как все быстро потерянное очень быстро возвращается назад с лихвой. И поверьте, посидев несколько дней на такой низкокалорийной диете, вы не почувствуете прилив сил, наоборот, силы покинут вас. Как видите, все преимущества также превратились в недостатки. Скажу вам как эксперт в нутрициологии и как человек, опробовавший данную диету, эта диета не работает в долгосрочной перспективе. А вот проблемы с замедлением обмена веществ, психологическая усталость от диеты и длительный срыв останется с вами надолго. Будьте грамотны и берегите свое здоровье. Вас обнимаю. Пока-пока.